300 человек в Мирном вошли в историю компании «Алроса». В алмазной столице прошел масштабный флешмоб. Участники выстроились в юбилейные для компании цифры. Масштаб акции оценила Мария Урцева. Идея провести праздничную акцию пришла профсоюзу «Профалмаз» случайно. Флешмоб они организовали за 2 недели. Разработали концепцию, изготовили футболки и банданы с юбилейной символикой. Мы вот в «Профалмазе» у нас так принято, мы все собираемся, да, ну и обсуждаем какие-то идеи, когда массовые мероприятия делаем, у нас такой вот мозговой штурм случается. Ну, в общем, начали с одного, а закончили тем, что вот надо сложиться в цифры юбилейные, да, 60-25, около 380 человек необходимо было для того, чтобы выстроиться как бы вот в эти цифры. Стали частью юбилея любимой компании 200 финалистов «Спартакиады», 100 членов профсоюзного актива «Профалмаз» и объединения молодых специалистов, а также студенты Мирнинского политехнического института и регионального техникума. Одетые в футболки и банданы красного и синего цвета, они выстроились в юбилейные цифры. «Я люблю Алроса» и другие речевки скандировали активисты. Еще больше позитива добавил танец, исполненный танцорами «Диадан». Простые ритмичные движения, которые повторялись за профессионалами, удались всем. Очень много было и студентов, и людей разного возраста. Все так замечательно, позитивно. Вот такое настроение, бодрость и духа. И вот желательно чаще проводить такие вот мероприятия. Мне очень понравилось. И танцевать было прикольно. Участники акции уходили со стадиона «Триумф» в приподнятом настроении. По их мнению, флешмоб прошел динамично и ярко. Каждый из них может гордо заявить, что он вошел в историю «Алроса». Мария Урцева, Артур Голиков, Тимур Шерижик, телеканал «Алмазный край».